21 июня в Чебоксарском ледовом дворце прошла церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь его проводили родственники, друзья, коллеги и жители республики. Мы сегодня провожаем его последний путь, любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и вообще счастливого человека с большой буквы. Да, он очень любил жизнь, очень хотел жить, хватался за последнюю тоненькую ниточку этой жизни, но не получилось. А всем другим коллегам, друзьям мне хочется пожелать: уважайте друг друга. Не цепляйтесь за какие-то поступки, слова. Ведь жизнь очень коротка. Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев скончался 18 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни. Михаил Игнатьевич еще мог бы многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой, и общественно-политической деятельности. Несомненно, те дела, тот вклад, который был обеспечен деятельностью Михаила Васильевича Игнатьева, будет использован и в дальнейшем, приумножен, продолжен. Я искренне соболезную, дорогие близкие, с такой утратой. Проститься с бывшим руководителем региона пришли депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства, руководители органов местного самоуправления, общественники и жители республики. Нас с ним, с Михаилом Васильевичем, связывали добрые, доверительные и теплые отношения, позволяющие нам совместно с ним в едином духе реализовывать сложные церковно-государственные проекты. Упокой, Господи, его душу, Царство Небесное, вечный покой. Михаила Игнатьева похоронили на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика.